Церемония прощания с писателем-сатириком Виктором Коклюшкиным прошла сегодня в Москве. Траурное мероприятие проходило в Центральном доме литераторов в столице. Чтобы проводить в последний путь величайшего гения, на Поварской улице собрались его близкие, коллеги и друзья. Виктор Коклюшкин скончался 12 ноября. Считанных дней не дожил до 76-летия. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. С серьезными намерениями в литературу Коклюшкин пришел в 1969-м, стал публиковать юмористические рассказы в разных изданиях, в том числе «Литературной газете» и «Клубе 12 стульев». В 1980 году начал писать для эстрады. Параллельно с первыми шагами на эстраде сатирик окончил театральные курсы ГИТИСа, начал создавать собственные выступления. С его произведениями срывали овации на сцене такие знаменитости, как Евгений Петросян и Елена Степаненко, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова и многие другие. Свои соболезнования родным и близким ранее высказали коллеги Коклюшкина по юмористическому цеху Семен Альтов, Клара Новикова и Александр Морозов.